ваша колега Катерина сказала про те, що можливо, є якісь корупційні складові, так, і, власне, сам міністр Степанов заявляв, що затримка відбувається і перевіряє цю інформацію НАБУ, можливо, через скандал, який виник між МОЗом і державним підприємством, що ні. Навіщо з'являється ось ця інформація, оці виправдання, чому ми не і пішло-поїхало? Спасибо. Ну, смотрите, друзья, тут это имеет место быть, я бы так сказал, да, ну, вопрос более комплексный, более глобальный в размерах всего государства. Вопрос функционирования государственной власти, вопрос функционирования института власти, отдельно взятого Степанова, опять-таки госмедзакупок, вопрос коммуникации между ними и вопрос, разумеется, личного интереса той или иной бизнес-группы и политических структур, потому что отбрасывать мы этого не можем. Мы, конечно, привыкли считать и вообще, ну, как бы с классическим подходом мы должны понимать, что вакцина – это социальный продукт, в первую очередь. Но, к огромному сожалению, этот социальный продукт уже давно стал коммерческим. Да? Вот с ситуацией, которая есть с ковидом, это больше коммерческий продукт. Поэтому определенные корпорации, которые их производят, государства, которые имеют тоже в этом интерес, рассматривают весь мир как рынок сбыта. Соответственно, идет борьба между этими корпорациями. Большая фарма перераспределяет рынки. Украина, с точки зрения этих корпораций, которые производят, опять-таки не более чем рынок. Они нас рассматривают с точки зрения рынка. Наша власть, к огромному сожалению, подходит к этому вопросу опять-таки тоже с коммерческой стороны. Я не могу найти никакого другого объяснения происходящему, потому что если бы подходили с точки зрения социальной необходимости, мы бы на первых порах начали договариваться. И вопрос тут не только Степанова и главы госмедзакупок. Вопрос тут и МИДа, вопрос тут и президента, и всей политической структуры, которые могли бы договориться, могли бы стать в очередь. Почему, например, приводили пример Израиля? Израиль вовремя стал в очередь и получил эту вакцину. Другие страны вовремя стали в очередь получили, а Украина чего-то ждала. Вопрос, чего ждала? Какой-то личной выгоды кто-то ждал у нас в правительстве, либо в группах, которые окучивают правительство, собственной выгоды, пытались завести тот или иной, может быть, велись какие-то переговоры. Правильно вы подметили, что глава госмедзакупок, я сейчас не на чьей стороне, чисто объективно, еще месяц или полтора назад говорил о том, что сам Степанов имеет определенно финансовый изыск в покупке китайской вакцины, которая там на доллар дороже. Вот эти вот все вещи указывают на то, что они коммерциализировали этот вопрос и о социальной составляющей полностью забыли. Поэтому мы опять-таки пасем задних. Непонятно, какого качество, какую вакцину мы получим, от кого и как мы ее получим. Потому что Польша уже заявила, что у нее есть 1 200 000 доз сверхзакупок, которые они могут нам перепродать. Давайте подумаем, Польша нам продаст дешевле, чем купила. Разумеется, нет. Там будет своя маржа. Наши же горе-экономисты, да, которые управляют этим процессом, поставят свою маржу. И таким образом мы получим продукт не самого хорошего качества, да, не в своевременно и дороже, чем другие. Вопрос полностью к функционированию государства.